Истребители в небе над Тверской областью готовятся выполнять перехват крылатых ракет. В 26 регионах дислокация соединений воинских частей Западного военного округа стартовала итоговая проверка за летний период обучения. Старт проверки был дан 7 октября. В ней задействованы как наземные силы, так и авиация. В ходе проверки экипажи многоцелевых истребителей Су-35С МиГ-31БМ в Республике Карелия, Тверской, Воронежской областях выполнят перехваты тактических крылатых ракет, бомбардировщиков Су-34. Нанесут бомбо-штурмовые удары. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. По итогам проверки подразделениям, военнослужащие которых продемонстрируют высокую полевую выучку, будет присвоено почетное наименование «Ударная».